Эй, ты здорово. Чё пугаешь? А ты чё разлёгся? Вставай давай. Ну встал я и чё? Отлично, теперь я тебе расскажу о всех. Вот это русский хакер, может взломать что угодно, даже Пентагон. А эта баба, её зовут Макс Колвин, она бывшая гимнастка, но идут слухи, что у неё сверхспособности. Привет, зацени, чё могу. Опа! Есть еще один новичок. Но он, видимо, сегодня не приедет. Хотя, кто знает, у него еще есть время. Ну ладно, раз всем поле, советую встать на стартовую позицию. Отлично. Маршрут сегодняшней гонки проходит по побережью и промзоне нашего округа. Также в конце гонки намечается сюрприз, поэтому попробуйте дожить хоть до него. Слава Украине! One Ukraine! Oh God, I pray! Forget it! What? Да твою мать, чё так кринж-то? Всё нормально же было. Класс, она залопа. А
внимание. Время за клинью. Так, ты снимаешь? Приветствуем, победители. Да. Вот держи, бабос. А нет, не держи. Аниматор рукожоп. Кстати, о нем, вон он сидит. Свои видео смотрит. Ну же, скажи что-нибудь. Ну иди сюда. What the fuck was that?